рассказать про свой успех, про свой автомобиль и его скорость. Самое главное, про свои умения. Надо было что-то говорить? Вас не слышно? Да-да. Меня слышно? Да. Все слышно. Вот, здравствуйте. Вот, мотор, короче, здесь стоит на V12, на 8-литровый. Максимальная скорость на это 620 нахуй, километров в час, 0-100. А мы это проверим. Проверим. 1.4 на. Откройте. Открываем капот. Вот, смотрите. Так. Нихера тут не стоит. Нет, как вы это объясните? Вы понимаете, я его даже не улучшал. Он настолько хорош, что, бля, его улучшать не надо, брат. Чё ты? Это V12, брат, 8-литровый. Куда еще там? Понял? Даже турбину не ставил, она летит уже. Точно? Спортивный не стоит, пацаны, потому что, ну, нахуй мне сдался. Я вообще без руля могу ездить, понимаете? Чисто поставить. Ручник впаянный. Нет, брат, ручника нету, понял? Убрал, нахуй мне надо, ебать. Тормоза для лохов, чисто на газу езжу, понял, да? Ну, такая тема, пацаны. В атмосфере просто, когда вы гравитацию теряете, пацаны, сразу, ну, тормозить начинаете, понимаете? Вот, такая хуйня, короче. Двери... Да, последняя фотография, то есть, для журнала. Кстати. Сейчас, подождите секундочку, да? Что вы начинаете? Сейчас, секунду, подожди. Давай. Станьте так, как будто, ну, перед всей страной. Сейчас хотите показать свою уверенность? Уверенность, конечно. Да. Давай, братюшка, слышишь, WhatsApp, бля. Фоткай, да? Ассаламу алейкум. Серега, давай. Сфоткал, да? Ты сфоткал меня? Нет, еще не сфоткал. Сейчас будет. О, надо давай парочку сделать, на всякий случай. О, хорошо, блин. Все, спасибо, Григорий. Тупо это порвет наш штат. Такого никто еще не видел. Ну тот чел, который сзади нас стоит. Да кто он такой? Это какой-то, блядь, мажор. Это мажор какой-то. Ты кто такой? Здравствуйте, вы тут, брат? Снимай, Димон, снимай. Алло, брат, я вот так присяду. Ты кто такой вообще? Ты, ну, кто тебе разрешил ехать на такой машине? Это ж говно. Алло, здравствуйте, ассаламу алейкум, брат. Ты где? Ты что, выйдешь? Ну, это, пообщаемся, да? И пойдем, подойдем к вон тем пацанам, брат. Да, брат. Димон, снимай. У кого тут самая дорогая машина? Можно прогоняться? Я тебе показывал самую пиздатую. Зачем снимать? Съемка запрещена. Уберите камеру быстро. Не понял, это... Подруга, съемка? Отойди от камеры. Можно отойди от камеры, дать? Да? Зачем вы снимаете? Не снимаете. От камеры отошла, беру. Что за дела такие? Зачем снимаете? Мы имеем право снимать, мы корреспонденты, мы имеем лицензию на это. Хорошо, про что снимаете, парни? Мы снимаем про автосалоны, про машины и про то, как хорошо, их улучшить. Хорошо, снять мою подругу, посмотрите, какая она сексуальная. Снимите. Нет. Но если у нее машина есть, где она? У нее есть машина. Снимите. Где? Дома. А, ну да, дома, блин. Случайно оказалось, не бывает. Серега, сними крупный план. Ее лицо. Зачем? Подруги. Вот эти все машины, короче, ребят, эти все машины вот этого дедушки. Вот, он самый богатый миллиардер на этом... Здравствуйте. Короче, в этом городе. Здравствуйте, как вас зовут? Серега, меня снимай, куда ты смотришь? Здравствуйте, как вас зовут? С какой целью? Мы берем интервью самых успешных людей нашего штата. Я не самый успешный человек в этом штате. А теперь расскажите, почему все. Так? Заканчиваем. Все. Ну ладно. Я так слышно бегаю с этим микрофончиком. Второй дубль. Жесткий. 3, 2, 1. Здравствуйте, как так случилось, что вы стали самым бедным богачом в этом штате? Пано Птаха, здравствуйте, как так случилось, что вы стали самым бедным богачом в этом штате? Вы его напугали. Да, по-любому. Вы напугали деда. Инфаркт. Инсульт, инфаркт. Дед, не бойся, все хорошо. Улыбнитесь.
Птичка вылетит. Напишем свет, дополнитель. На заголовке давай, напишем самый бедный дед. Его съели. Жалко деда. Фоткайте, фоткайте. Кто смеется? А ну не смейся. С деда. Кто смеется с деда? Никто не смеется. Никто не смеется с деда. Я слышал только, что кто-то смеялся. Это завистники были. Это не понял. Мы не смеемся. Понял. Сфоткай, это типа, сфоткай, типа я сзади него, сфоткай. Только вы поаккуратнее, я... пожалуйста. Он нам еще нужен. Нам такой еще в камеру лицо. Это между прочим мой муж. Не сломайте мне. Ты как с пулемета. Сфоткай его жену, жену сфоткай. Че он с молодухой живет, не понял. А ну-ка сфоткай, сфоткай. А че ты не той стороной, слышишь? Серега! Серега, ты не той стороной снимаешь. Блять, опять все в свои руки. Да какая разница? А кто жена? Кто жена? Я жена, жена. Вот жена. Да не важно, напишем две жены. Гарем. Напишем гарем у самого бедного богача. А вон это его, это два прислужника его стоят. Я его дочь, ребят, я его дочь. Так, теперь, Серёг, сфоткал? Толик. Мне нравится, как Серега чисто камеру на себя направил. Он мне себя снимает. Блять! Все, стой, погоди, 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 погоди. О, Серегу сбили. Стою, стою. Вот так. Нахуй дед. Все нормально. Нахуй Серега дед и с этими. С дочерями и женой, если он сам себя снимает. Сфоткай, типа, я старый повар. А друг спасибо, покатался. Ой-ой-ой, а почем машина? А, ребят, значит, такое дело. Где-то жил. Гражданки 74 и 169. Вы можете, пожалуйста, для следующего кадра снять вот это все неподребство? Сейчас я даже... Я даже выйду для такого кадра. Ну, мы вам заплатим. Ну, блин, ну мы же не эти. Но мы ж не будем интимом заниматься, правильно? Отец разрешит и муж моей подруги. Он разрешил, А, это дочь и мачеха, понял. Так, инцест, стоп, это подруга или дочь? Это дочь или подруга? Фоткай инцест, фоткай. Напишем инцест между дедом, внучкой и женой. Любовницей, точно! Инцест между внучкой, женой и любовницей. Фоткай, фоткай, фоткай быстрее! Фоткай, я с ними, напишем, я с ними. Мы помогаем. Он так внимательно снимает сам себя. Димон, а в натуре камера на тебя направлена? Камера направлена на тебя. А, в натуре? Да. Да. Ну ладно. Дед, у тебя жену и внучку украли. Бери анимацию, типа, анимацию. Анимацию, понял? Деду вообще какая похер. Так, а расскажите поподробнее, как вам живется в такой жизни? О, ты камеру вернул, хорош. Расскажите поподробнее об этой ситуации. Ну, в общем, я приемная дочь, понимаете? Да. Да. Меня взяли, потому что было скучно. Потому что хорошо. Пылесос... Ну, потому что хорошо, да. Пылесосили тебя по-любому. Я их хорошо. Поддержка, я их любовь, я их старание и так далее. И их не вот. Пылесос. Ну, типа того, да, я пылесошу, да. Да, всех интересует, а нам сейчас со студии, ну, поступают вопросы, на студию точнее, а нам уже, соответственно, от людей. Поступает один. Простите меня, мачеха, блин, один и тот же вопрос. Где мать? Мать? Вот моя мать. Пойдем, пойдем. Так она ж мачеха. Мать где? Ну, она и мать, мачеха, она и сын, и дочь, и брат, и зять, и отчим. Я на всем. На всем на этом. Хорошо, с кем вы употребляете наркотики? Здесь нет, я не употребляю, что. Точно? Точно, 100%. Каждый день. Я на них сижу. Серега, слезь. Серега, слезь. Да камеру разверни. Да камеру разверни. Мама мне сказала, что нельзя так делать. Я слушаю. Ну а мама что по этому поводу думает? Вам не кажется, что это абьюз? Три капельки. То есть, ну, это просто, ну, недопустимо. Вас нужно лишить родительских прав. Серега. У них не было. Ну точно, вы же мальчик. Вот именно. Дочь, ну, тогда давайте... У меня двое детей, понимаешь, что?
Давайте мы добазаримся, чтобы они были. Ребят, ребят. Они мне деньги платят, понимаете? Я не могу уйти. Сейчас. Поехали, садись. Ну, ребят, ну мне платят, понимаете? Я заплачу больше. Ребят. Я больше заплачу. Вы понимаете, что я не могу бросить свою мамочку, любимую мою сладкую солнышко? Маленькую сонную. А куда? Поехали для людей докапываться. Поедет вместо меня, я просто тут посижу. Давай. Нам скучно, блядь. Мне мать платит, понимаете? Она мне уже миллион скинула. А мне деньги, слышишь? А мне деньги. Только мы деньги. Да, пацаны, да, пацаны, просто поехали до людей докапываться. Камон, погнали. Поехали, я хочу армейцев найти. Погнали армейцев найти. Найдем каких-то типов и с камерами подбежим. Блять, зачем спрашивать что-то? Пошли, поехали на КПП, поехали на КПП. Да? Точно, можно интервью взять. Давай, зайдем на Дискорд. Есть тебя? Чтобы здесь типа не говорить. Да. Бля, Димон, нормальная тема, докапывается до кость. Черди кость насты. Еще раз его. Да. Так, ты его добавишь, да? Сейчас я добавлю. Может, го на нашей машине? У нас же своя есть. Что думаешь? Возможно, она бы даже быстрее. А что возьмешь? Кадиллак CTS. Она там, если что, была. Мы ее типа продавали. А, можно. Ну, все, теперь не продают. Ля, какой-то чел подъехал, встал. Где? Паркуется. Да. Вон в белом? В белой машине? Да. А, это... Да, типок. Ну, он... Печенька. Сядь сюда. Вряд ли что-то он нормальный скажет. Я тут еще. Чё, как тебе? Ой, да. Возьмёшь? А тебе ты как? Да. Так, мы наблюдаем ситуацию перекупа. Да я не перекуп, бро. Так мы тебе поверили. Ну давайте дальше происходить. Ну, говорите. Что дальше будет? Мы все смотрим. Серега, там все снимает. Это поворот. Мы вызвали полицию, вам хана. Перекупства нет. А, ну, там перекуп. Ловите его. Ловите перекупа. Ладно, хорош. Любишь. Так, а сядьте сюда. Поехали к мусорам. А, ты уже с нами сидишь, лол? Да, нет. Я только что зашел. Так. Ну ладно.